Ветер восточный, 3-4 метра в секунду. Температура воды 21 градус. Глубина 5,5 метра. Глубина 9 метров. 10 метров с половиной. Здесь будем ловить рыбу. Ветер молчит, упал белый чайка на дно. Штиль, наш корабль забыт, один нерискованным сном. Между всех времен без имен и лиц уже не ждем, что проснется бриз. Штиль, сходим с ума, жара пахнет черной смолой. Смерть одному лишь нужна.
Ну, нормально же их перестало ловиться. Теперь ловится вот на такую фигню. А в одном так. И все. Капец. Отвратительно. Просто отвратительно. Ненавижу. Ловить надо в одной. Просто извращение какое-то. А что делать? Блин, да открой ты рот. С парусом же по течению будете. С парусом же по течению будете.
А, как тормоз. Да, просто как тормоз. Спортивною рыбалкой ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег. И не отвадишь от рыбалки даже палкой. Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, хвост чешу я, не поймал я ничего. Вчера поймал я два потрепанных гандона. Они унылые висели на крючке. Опять у бабы у своей просил пардона, что ничего ей не принес в пустом мешке. Эх, хвост чешу я, не поймал я ничего. А тут с друзьями на рыбалке так нажрались, что побросали наши удочки в кусты. А рыбы подлые, как лошади, смеялись, что наши ведра были к вечеру пусты. Эх, хвост чешу я, не поймал я ничего. Однажды баба заказала мне сазана,
как никогда вдруг натянулась блесна. Со дна я вытащил живого партизана. Не знал он, бедный, что закончилась война. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. А тут случайно я крючком поймал русалку. Я это помню, это было как вчера. Крючок я бросил, бросил леску, бросил палку. А в результате я поймал лишь три пера. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. На медне я ловил с рассвета до рассвета. Поймал мешок я кистеперых окуней. Пришел домой под утро, папы дома нету. И партизан под лес ушел, конечно, с ней. Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего. И как рыбак я был, наверное, невезучий. Вы не поверите, но я не стану врать. Заброшу к черту этот рыбий спорт вонючий. Пойду туда, где учат шахматы играть. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. Эх, чтоб твою мать, буду в шахматы играть. Кис-кис-кис. Подорванный. Перемен. Мы ждем перемен. Перемен. Требуют наши сердца. Перемен. Требуют наши. Перемен, мы ждем перемен.
гордый птиц. Деревья ломает. Thank you.
заснуть ты будешь зимой? Лезь покрупнее что-нибудь. Зацепы. Нет, зацепились. А это что такое? Кто это? Что-то на щуку не похоже. На окунь. Окунь-кокунь. Придурок.
уже она все-таки клюнула. А так, сейчас отведем и подадим. Забирай. Рука. Сейчас. А? Ну а чё? Классика.
окунёк. Окунь нужен кому-нибудь? Нужен или отпускать? Есть куда кинуть? Вы ничего не брали, что ли? Зачем он нужен? Говорят, засолить. Блять, да ну его нахуй, он один, куда его солить? Там ты рыбу сегодня доставать. Целых два судака. Да. Что вы там наловили? Мы же на барже были. В барже он Юрка говорит. Йо! Там сама баржа судаки, да? Смотри, говорит, туда не закинешь ничего. Ну, это сейчас они в барже, а может быть там вечером начинают расползаться. Карасики. И сом. А, нет, судаки. Карпик, карасик.
Хрюшки на курорт. Вот это качка.
Тик-тик. Работай. На 3,9. Это такой большой свал. Шуплю. Это вот 5,2, 5,1. Чуть-чуть опять поднялось. 5. Хоть и не по учебнику, поперек течения, но надо попробовать. Я думаю, для такого места самое то.
узнаемо однозначно. Так, давайте она взять аккуратно. Что можно вытащить крючок? Сюда, сюда, рот. Блин, порвалась. Дура. Тихо. Так. Блин, жабру засадил. Так, ладно, будем. Тихо. Будем аккуратно вынимать. Есть. Отлично. Отпускаю. С той стороны тоже кто-то разорвал. Ладно, все, давай, чухай. Чухай домой. Иди. Живут шалые пели.
солнца дома. Там по сугробам не слышно шла зима. Дальняя песня в нашей судьбе. Ласковый город, спасибо тебе. Мы не приедем напрасно, не жди. Есть на планете другие пути. Мы повзрослели, поверь нам и прости. Есть что-то на троллях. Нет. Что-то поймалось на тролле. Или потом внизу. Черные точки – это яйца червя. Приятного аппетита. Он откладывает их под кожу. Другой рыбы, чаще всего.
моя жизнь меня обсудит. Сидел на озере рыбак, в лодке с удочкой дремал и потому не замечал, как на воду лег туман. А потом увидел он белый пар со всех сторон. Что мне делать, как не быть? Как узнать, куда мне плыть? Как узнать, куда мне плыть? Посмотрел вперед-назад и поплыл он наугад, но коснулось на весло. Берег рядом повезло, и рыбак пришел домой. Дверь толкнул своей рукой, видит в комнате жена, словно статуя она, и не смотрит на него. За окном застыла ночь, неподвижно в люльке дочь. На плитой часы стоят, мухи в воздухе висят. Сын стоит, разинув рот, и в прыжке со стула замер кот.